Друзья, как вы поняли, это небольшой способ, пример, показать вам, как можно пришпандорить провод на какую-либо поверхность, деревянную там или еще какую-то. Вот смотрите, первый вариант. Вот это из бутылочки нарезали полосочки, вы видели. Это вот такие своеобразные хомутики. Кому интересно, запоминайте. Вот можно натянуть, отрегулировать. Ну а другой способ, это вот на саморезике, как всегда, шуруповертиком. Сейчас показываю на скорую руку, может быть неаккуратно, когда вы в работе, все гораздо ровнее. Вот такой вариант, с загибом. Можно без загиба, вот сразу. Вот так. Раз, два, три. Без загиба. Накрепать. Покажу сейчас сразу другой пример, такой же, аналогичный. Это вот такой нищебродский вариант экономии. И кому неохота хомутики покупать, специально и морочиться. И вот такой вариант, вот опять же, саморезик. На этой дощечке пример крепления вот такими вот нарезанными хомутиками, пример крепления провода. Инструмент вот можно степлером, можно шуруповертом на саморезы, а можно молоточком и гвоздиками, кому как. И вот такая вот происходит, вот смотрите, то есть подвес можно отрегулировать потом, как вам надо. На какой-либо поверхности. Это импровизированный такой стенд сейчас был. Для примера. Вот так это все. Ну, естественно, вот это вот вы обрежете все. Или аккуратно маленькие сделайте. Это для видео сейчас пример, вот укрупненно все.